Алло, да. Что не поменялось? Слышь? Очень плохо тебя слышно. Алло. Да. Что у вас Как как у там? тебя дела? У нас все нормально, вот я на работе. У тебя как дела? Алло. А? Да. Все, слышу. Че, короче, ребята звонили, вот этот ваш комитет конченый. Нас, говорит, в этом, в Украине нету. Представляешь, мы на обучении. Ну, блин, мы знаем. Мы уже во все инстанции писали. Всем вообще все равно. Трупов вы тоже не дождались, и их вряд ли пришлют в ближайшее время. Литр молока? Чего не пришлют? Мертвых, мертвых. А их полно, и лебедянских, и липецких. Обалдеть. И что, вас ну там оставят? А? Вас там оставят? Никуда нет, может, в части. У вас там не меняют ничего? Ничего, нас сейчас отодвинули на вторую линию. Где-то впереди стреляют, а мы сзади тут пока в окопах. Жрем, спим. Но Ясно. мы... А Игорек звонил, говорил, там у вас кушать нечего. Нечего, согласен. Вообще нет еды. У кого денег нет, тот, блядь, пшеницу с поля жрет, проросшую. Конечно, а вас возят, что ли, покупать? Ну да, нас в город возят за водой. И кто посмышленнее в магазин попадает. А ты в это число входишь? Конечно. У нас бич-пакеты, молоко пьем иногда. Мы не голодные. Хорошо. Куртку себе нашел, бушлат-то я проебал, когда вышибли. Угу. Куртку тебе рос лег сегодня заходил, привет передавал этот рыжий. Куртку Роснефть нашел в крови, но теплая. Какой кошмар вообще просто. Но она не сильно. Да здорово. Ну а вас как... никуда не собираются оттуда вообще куда-нибудь в другую сторону? На учение, ну, например, вернуть? Разговор был, но нет. Настолько вперед есть ток. Да ты что? И у нас зэков привезли с тюрьмы. Ну? Их куда-то завели вперед. А мы сидим, как заградотряд, блядь. Если кто назад побежит, замочь. Какой-то кошмар. Ну, а у нас так поставлено. То есть мы сидим вторые, охраняем первых. Сзади нас еще линия, туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально, свои пристрелят. Но днем можно еще, а ночью точно. Ночью разбираться никто не будет. Если кто-то идет, его надо замочить. Понятно. Ну, по сравнению с тем, что было, мы сейчас вообще нахуй отдыхаем. Здравствуйте. Там мы, блядь, кроме минометов мы там ничего не видели, артиллерии по нам били. Ребята вон даже, какой. Ребята даже в людей успели пострелять некоторые. Сейчас, подождите, я пробью. Это ужас какой-то, это просто какой-то кошмар. Ну, да. Ну, а мы тут, блин, мы писали уже всем, я не знаю, звонили тоже всем, я не знаю уже, что делать. Игорек, Игорек, он тоже, ему мама сумку хочет собрать с вещами. Он говорит, куда ее везти? Нас нету. У нас война. Да хоть бы вас вернули бы куда-нибудь в другую сторону. Почему? У нас военном билете. Почему те на обучение, а я, а вот вы там? Так и мы по информации, мы на обучение. По какой информации? У кого есть такая информация? Ну, у кого? У министерства. А по факту-то? Ну да.